Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о фаворитах косметических, парфюмерных, книжных даже. Немного читать у меня, к сожалению, сейчас очень мало времени, и поэтому книжных фаворитов будет не так уж много, к сожалению, опять-таки. И давайте начнем. Я постараюсь очень кратко, посмотрим. Начну давайте с парфюмерных, так как, это самое, наверное, интересное. Парфюмерные фавориты последнего времени: у нас жарко, у нас так душно. Вот сегодня, кстати, первый день такой дождик и немножко прохладно, поэтому грустно даже немножко, что лето заканчивается. Итак, фавориты. Карнал Флауа, Фредерик Маль. Но это мой такой самый роскошный, самый летний аромат, он самый-самый-самый у меня аромат. Здесь самая красивая тубероза, на мой нос. Она самая роскошная, самая пленительная, самая яркая, волнующая, страстная, бурная. То есть аромат вот реально вихрь, аромат взрыв. Очень эмоциональный, очень шлейфовый, стойкий. Я когда в нем, я прям чувствую себя такой... очень крутой. В общем, Карнал Флауа, Фредерик Маль — это вот мое такое летнее... мой летний триц, мои летние как бы... Когда я себя хочу очень порадовать, я наношу его, и у меня весь день очень хорошее настроение. Ну, в общем, все прекрасно. Дальше. Естественно, это Ilangan Gold. Я его носила вот очень активно последние 2 недели. Ну, он прекрасный, он радостный. Получается сейчас, что мы много работаем, практически без выходных. И вот этот аромат, он меня как-то бодрит с утра, он меня поддерживает. Я мысленно представляю, что я где-то, может быть, хотелось бы, конечно, быть на пляже, где-то там с друзьями, у воды. Но вот приходится работать, но это не важно. Короче, вот этот аромат, он меня как бы... поддерживал эти последние 2 недели. Здесь очень красивые ланговые ноты, он летний, но я бы хотела, конечно, попробовать его носить зимой, как он вообще зазвучит, потому что для меня это такое лето во флаконе, такое солнце во флаконе. Ну, избитые фразы, но это так и есть, это вот такой вот аромат. Дальше мой любимый аромат, который всегда в моей сумке, это Douglas Hunted Robert Piguet. Это такая жасминовая груша, я уже писала где-то. Аромат как из детства, аромат такой немножко для меня ностальгический, такой теплый, душевный. Вы знаете, нет в нем какого-то такого вот, не сексуальности, нет. Он такой для меня вот как базовый вот аромат без аромата как таковой. Вот так может пахнуть кожа, вот реально вот женская кожа вот может так пахнуть. Вот для меня это такой аромат, он всегда в моей сумке, я вот в течение дня его наношу, я мешаю постоянно ароматы в течение дня, могу 3 ароматами пользоваться в течение дня, то есть в разное время суток у меня постоянно разные ароматы. Дальше, Micheli Fleur, это такая ванильная у них серия. Такое цветочная ваниль с цветами, с ветром. Ваниль такая немножко с кислинкой, с горчинкой. Очень приятный аромат, и именно летом мне он приятен. Зимой как-то я его... он не очень у меня идет, а вот летом он очень крутой. Вот я его носила тоже, и я носила активно мою новинку. Я сейчас не буду много о нем говорить. Все, конечно, знакомы. Это Жадор Диор. Мне его подарил муж на 14 февраля. Вот, говорит, он тебе подходит. И вот он мне подходит и внешне. То есть я люблю все золото, все такое вот. Такое. И вот он тоже, мне кажется, такой вот золотистый, искристый, шампаневый. Если такое слово вообще есть, шампаневый. Офигенный аромат. Я не знаю, почему у меня его еще до сих пор не было. Это Eau de Parfum у меня. Потом я сходила, попробовала другие версии туалетной воды, еще какие-то там, у них много фланкеров. Но да, это пока для меня самая такая хорошая, интересная. Он не ошибся с выбором.
просто с утра до вечера, вот в этом аромате я ходила, наверное, всю неделю, вот просто с утра до вечера, и я не хотела его мешать ни с каким другим. Очень крутой, но я о нем расскажу еще потом в отдельном видео. У меня еще один новый аромат, так что будет такой новый аромат. А с ароматами покончили. Это вот то, что я носила последнее время. Мои фавориты ароматные. А давайте книжки теперь покажу. Я перечитала, я ее перечитываю часто достаточно. Иногда так пролистываю, иногда, ну, прям читаю. Обожаю Джона Апдайка, люблю его витиеватые, длинные, иногда по полстраницы предложения. Обожаю его стиль. Джон Апдайк, «Иствикские ведьмы». «Иствикские ведьмы», ну, все, наверное, знают одноименный фильм с прекрасными там Шер, Мишель Пфайффер, Сьюзан Сарандон. И вот это по мотивам этого романа фильм сделан, Джек Николсон. Но вообще книга... Сюжет немного другой. Даже не немного, там много чего другого. Так что, если вы не читали, почитайте. Я обожаю, как он описывает женщин, он прям вот их чувствует. Люблю. Перечитала еще раз. Просто люблю. Он меня как-то вот бодрит, заряжает. А вот эта книга, я ее брала в Китае. «История вдовы Клико». Становление ее вот империи, как там все происходило. Это, знаете, я не думаю, что это вот прям вот автор историческая такая. Тут больше вымысла, больше она нафантазировала, но все равно было читать интересно. Иногда я, конечно, себя притягивала за уши ее читать. То я ее дочитала, не знаю, ну, это интересно. Если вы любите шампанское, пожалуйста, почитайте. Тут еще интересно почитать про... французскую историю, революции, все такое, ну, так. Это вот мой следующий шампанское, история, секретная история. Я что-то прям не знаю, я подсела на это все, мне интересно это изучать. Мне кажется, я бы, конечно, хотела бы свою винодельню, свои вот эти вот виноградники, это очень увлекательно, и вот хочу теперь это читать, начать. Начала уже, ну, пока ничего не понятно. Ну, как, нравится, не нравится, только начала. Я прочитала вот эту книгу, и я, ну, как бы могу ее рекомендовать, она очень тонкая. Автор Жан-Доминик Бабо, «The Diving Bell and the Butterfly», это «Скафандр и бабочка». Это на реальных событиях основана книга, вот, и фильм тоже снят. Я смотрела раньше фильм, я не знала, что есть такая книга, и вот книга, она, конечно, вообще потрясающая. Жан-Доминик Бабо — это редактор французского Vogue был. По-моему, в 97 году у него случился инсульт сильнейший, и его парализовало. То есть его парализовало просто на все тело, и он мог только подмигивать одним глазом. И вот эта вот книга написана им самим, его ассистентка приходила к нему в течение нескольких месяцев каждый день, прочитывала ему весь алфавит, и на нужной букве он ей подмигивал. И вот так родилась эта книга. Ну, ну, потрясающе. Я не знаю, не буду больше ни о чем говорить. Она тонкая, она легко читается, и, мне кажется, можно. «Скафандр и бабочки». И следующее, давайте я вам покажу свой фаворит — лак. Лак для ногтей. Вот такой лак, он у меня сейчас на ногтях. Потрясающий лак. Мне его подарила моя подружка на Новый год. И вот только недавно я начала им пользоваться, потому что я делала активно шеллак. В Китай мы поехали, я делала шеллак. Потом приехала, что-то обленилась, опять пошла, сделала шеллак. У меня прям работа. И через дверь этот салон. И как бы он... Ну, что не сделать? Приезжаешь, если раньше на работу делать нечего, идешь, делаешь шеллак. Ну, короче. И я перестала его делать и решила вот попробовать вот этот, наконец. У меня прям чесались руки, потому что он такой красивый флакон, такой красивый цвет. Мне очень хотелось его попробовать. Результат потрясающий. То есть после шеллака, ну, если кто делает, знаете, ногти такие немножко, ну, слабенькие, такие тонкие, ломкие. Здесь вообще, ну, не знаю, то ли это лак, то ли ногти у меня такие. Ногти у меня никогда, кстати, сильными такими вот прям жесткими не были. Тем не менее, вот. Вот этот эффект.
Здесь ему уже 3 дня, я вчера причем делала уборку. Короче, лак называется Smith and Cult, Smith and Cult, наверное. Вот такой цвет, они бывают в разных цветах, там, по-моему, линейки не очень много цветов, честно говоря, то ли 5, то ли 6, ну как-то вот мало. Она покупала мне его в Sephora, думаю, что и в России в Sephora он тоже представлен. Я его рекомендовала бы, да, он очень быстро сохнет, удобная кисточка, удобно наносится. То есть прям одним слоем даже, вот если кто не любит мазать, два слоя, один слой тоже достаточно, у меня 2 слоя. У меня сейчас без всякого покрытия, он блестящий, довольно-таки красивый, дает блеск. Классный, классный лак, я хочу теперь сама себе купить какой-нибудь еще цвет. Поговорили об этом, теперь уход. Уход, у меня тут такая корзиночка с новым и чуть-чуть старого, потому что это тоже были как бы фавориты. Мне это очень нравился уход. Это уход от корейской марки Охи. У меня сейчас остался уже один тоник, была целая линейка. У меня был тоник, сыворотка, эссенция, увлажняющий крем и под глаза крем. И то же самое были с маленькими миниатюрками, вот такими дорожными. Все, все истратила, вот осталось только немножко тоника. Очень классное базовое средство на лето. Вот если вы хотите на лето такое хорошее увлажнение, то вам оно подойдет, потому что оно, конечно, не убирает пигментацию, оно не разглаживает морщины. Но вот мне нравится на лето пользоваться чем-то таким очень легким, без отдушек парфюмированных, без вот этой вот липкости, без... Ну, потому что летом и так жарко, тем более здесь у нас и жара, и влажность. Не хочется вообще нагромождать на себя вот эти вот слои, там, косметики и кремов в том числе. И вот это вот мне очень понравилось. Все очень легкое, можно все вместе использовать, там, от тоника до сыворотки, потом эмульсия, потом крем и под глаза. Я делала иногда отдельно, иногда все вместе, иногда на ночь делала больше что-то. То есть я им пользовалась и утром, и вечером, то есть у меня тут был вот весь мой уход. А муж тоже пользовался, ему очень понравилось. Все, прекратилось, лето заканчивается уже у нас, и я решила больше ее не повторять и, наконец-то, приобрести себе пьяного слона. Я давно смотрела на эту марку, и вот я прям уже знала, да, сейчас у меня Охи закончится корейская, и я куплю себе пьяный слон. Во-первых, я обожаю их дизайн. Очень красиво оформлено, название это вообще выше всяких похвал. Пьяный слон, это очень мило, очень круто, запоминающий, запоминается. Я приобрела себе сыворотку, их знаменитую, с витамином С. Я приобрела себе крем Lala Retro. Сейчас расскажу. Я в восторге, сразу хочу сказать, я в восторге. Сыворотка. Я в восторге, моя подруга не в восторге. У нее, она сказала, пошли какие-то высыпания и черные точки. Не знаю, почему нет, может быть, каждому свое, но вот если хотите попробовать, купите лучше сначала тогда миниатюру, потому что они продаются еще в миниатюрах таких маленьких, не покупайте сразу большую. У меня кожа жирная, летом особенно, зимой она такая жирная и чувствительная, в некоторых зонах бывает сухая, ну, в общем, комбинированная, но вот летом она у меня конкретно жирная, такая вот прям. И витамин С, сыворотка, как нельзя лучше, подходит мне сейчас. Я думаю, я ее буду всегда покупать. Уникальная, запатентованная здесь технология, в нее не проникает воздух, потому что витамин С в контакте с воздухом, он окисляется и теряет все свои полезные свойства. Свойства какие у него? Ну, там дофига свойств полезных в витамине С. Антиоксиданты, разглаживает кожу, повышает упругость, избавляется от морщин, разглаживает, пигментные пятна, ну, в общем, защищает от вредных воздействий окружающей среды. Ну, много чего. Здесь еще сыворотка это держится, как бы вот ее эффект, вы ее нанесли, и она держится в течение 72 часов, вне зависимости от того, умывали вы лицо, не умывали. Это кайф. Это кайф, потому что, когда жарко, знаете, я иногда люблю там душ принять лишний раз. Вот
Я знаю, что мне не нужно постоянно ее наносить, она у меня в течение 72 часов на лице. Я пользуюсь ею утром, я мою лицо, мою со средством для мытья лица, это вот у меня вот такое, я потом о нем тоже скажу. Вытираю насухо, чтобы было сухое лицо, и наношу его на все лицо, включая зоны под глаза и на шею. Мне хватает двух нажатий, двух таких капелек. Она такая желтого цвета, такая немного маслянистая. В течение, наверное, минуты три проходит, она полностью впитывается, не оставляет жирного блеска. Сразу можно наносить макияж. Также она защищает от солнца, от воздействия солнца, солнечных лучей, поэтому я не наношу никакой потом солнцезащитный крем. Классная. Очень классная, мне нравится. Сказать, что у меня прям разгладились морщины, я не могу, потому что мне кажется, ну, как минимум, ей нужно пользоваться где-то месяц-два месяца, чтобы у вас вот прям так какой-то реальный эффект. Но лицо, да, лицо стало более гладким, более каким-то подтянутым, упругим. Главное, цвет лица. Цвет лица улучшился. Цвет лица улучшился, это вот 100%, я вам говорю. Очень крутой. Очень крутое средство, я бы, конечно, бы рекомендовала. Классно. Дальше. Умывалка. Я очень люблю средство для умывания от Kate Somerville. Это у меня Exfoliate. Такой, знаете, у нее Exfoliate есть сильная эксфолиация, сильный пилинг. Это такой слабенький, который подходит на каждый день. И вот я им с утра умываю лицо. Вот с утра, вот после того, как вы спали, жарко, я с утра им умываю лицо, и потом же наношу вот этот вот серум, эту сыворотку. Очень крутое средство. Оно, знаете, вот очень нежный пилинг, очень гладкое потом лицо, и вот, ну, вы чувствуете лицо чистое, гладкое, готово к новому дню. Хороший. Kate Somerville, присмотритесь, я пробовала ее Exfoliate, вот, которая такая вот самая-самая жесткая, которую нужно использовать там, по-моему, два раза в неделю. Мне очень понравилось, но я вот в этот раз решила купить такую маленькую вот именно эту. А в плане эксфолиации, в плане пилинга кожи, естественно, все ваши средства, какая бы ни была классная сыворотка, без пилинга, ну, она останется на поверхности, никуда вглубь не пройдет. Надо обязательно делать пилинг. А у меня появились вот такие вот патчи. Это пады. Ну, в общем, такие вот подушечки. Это фирма Malin & Goetz. Кислотные такие пады. Сейчас я вам их покажу. Ну, все знают, да, как выглядят пады. И вот их я делаю раз в неделю. Раз в неделю по четвергам у меня вот процедура этих падов. Вечером я прихожу, умываю лицо. Хорошо-хорошо умываю. Протираю мицеллярной водой даже, чтобы вообще ничего не осталось. Потом еще споласкиваю водой. И вот этим вот падом протираю все лицо, без зон, конечно, под глазами. Оно начинает так сжечь конкретно. Прям так. Потом я его жду где-то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, отсчитываю там какое-то количество, там чуть-чуть пройдусь по ванной комнате и споласкиваю это водой. Можно не споласкивать, но мне не хочется, чтобы кислота у меня на лице была. Круто, очень круто, раз в неделю мне хватает, вот так. Я не знаю, это сколько тут штук, 50 падов, это мне хватит еще надолго. Хорошая вещь, хорошие пады. Есть у всех, доктор Деннис Гросс есть пады. У разных марок есть пады, но я вот люблю вот этот Malin & Goetz. Мне нравится их продукт, я взяла себе такой. Lala Retro, крем, опять-таки, Drunk Elephant. Это моя любовь. Я вот его обязательно куплю, и это куплю. Потом обязательно это вот будет мои вот как бы... Ну вот всегда я хочу, чтобы они у меня были. Это фантастический крем, он роскошный. Наверное, это самый такой классный крем, который у меня был. Почему? Такое заявление, да? Ну, реально, слушайте, он необыкновенно хорошо пахнет. Он пахнет вот чем-то таким ностальгически из детства. У него просто какая-то
совершенно роскошная текстура. Он крем-мусс, как взбитые сливки, знаете? Сейчас я вам покажу. Вот вы так сюда нажимаете. И вот он выходит, этот крем. Вот он такой. Ну, просто как нежные-нежные сливки. Ну, он потрясающий. Потрясающий крем. В его состав входит 6 разных масел африканских. А, я думала, ну, масла, раз, значит, он будет такой жирный. Нет, он не жирный. Он вот просто, вот он, ваша кожа после него, как, ну, как попа младенца. Вот честно я вам говорю. Она вот какая-то такая вот прям, как персик. Очень крутой крем. Очень. Мне так он нравится. Я его использую на ночь. Это мой вечерний ночной крем. То есть днем я умываюсь вот это и иду там куда-то на работу. Вечером я прихожу, опять умываюсь, протираюсь падом, если это четверг, и вот это, и все. Потрясающий, потрясающий крем, вот честно. Он, да, он тоже обещает, что будет там эффект разглаживания морщин, еще такого не знаю, ничего не вижу, ну, как бы у меня и нет особо пока вот таких вот конкретных морщин, которые нужно разгладить. Посмотрим, поживем, увидим, ну, вот кожа после него, ну, просто ее хочется трогать и трогать, она вот обалденно крутая. Очень хороший крем, я бы его рекомендовала вот прямо от души. Девочки, не пожалеете. Если есть возможность взять пробник, вообще возьмите, попробуйте. Если есть возможность в магазине его попробовать, обязательно попробуйте, понравится. Дальше, средства для волос, мои самые-самые любимые вообще, ну, навсегда, наверное, Кристоф Робен. Вот у меня два таких средства. Это я уже показывала, это такая паста для увеличения объема. Это все моющее средство для волос, как бы шампунь. Это вот такая паста для увеличения объема, она с маслами, с розой, не буду открывать, потому что у меня сейчас все руки в креме. Все, открыла. Выглядит оно не очень, но эффект, запах просто необыкновенный. Я вот так вот палец окунаю туда, и все, мне хватает это на всю мою голову. Муж у меня тоже им пользуется, очень ему нравится. Оно еще заканчивается, я купила теперь новое. Это такой детокс для волос. Это скраб с морской солью, тоже это все вот очищает кожу головы и используется как шампунь. Это прекрасное средство. Это, знаете, вот как вот вы в салон пошли, оно массирует очень приятно. Там такие частицы соли. Вы массируете кожу головы, потом они расходятся в воде и уже пенится. Все они очень хорошо пенятся. Ну, вот честно, вот Кристоф Робен для меня сейчас, наверное, лучшее средство, которое есть, которые я пробовала для волос. Для моих волос они подходят идеально. У меня волосы сухие. Ой, нет, не сухие, тонкие. Их много, они тонкие. И летом, да, они у меня быстро тут грязнятся. Я сейчас их не крашу, это мой родной цвет. И они вот когда на жаре, они тут быстро очень грязнятся. С этими средствами они не грязнятся пару дней точно. Пару дней, если, конечно, есть у вас желание мыть голову каждый день, ради бога. Я мою где-то через день, через два. Так, и последнее средство, которое мне нравится, которое, могу сказать, мой фаворит, это вот такая вот штучка. Это у меня новая штучка, появилась она где-то месяц назад. Это от марки Benefit, называется Dieu de Hula. Вот так вот покажу вам. Dieu de Hula, такое золотое полено. Это тональное средство. Но это тональное средство флюид. То есть оно не перекроет вам какие-то синяки под глазами. Оно вам не даст какого-то покрытия грандиозного. Вот оно сейчас на мне. У меня сейчас загорелая кожа, то есть как бы оно мне идеально подходит. Это, знаете, такой поцелуй солнца. Оно, да, наверное, все-таки под загар. Белой кожи, наверное, оно будет темно, темноватое. Сейчас я вам его нанесу, покажу. Я когда его нанесла в магазине, мне показалось, что оно дико желтое. Но когда вы наносите его на вашу кожу, оно как-то так хорошо распределяется. И реально, как будто вы весь день прозагорали где-то на море. Мне очень оно нравится.
Утром я его использую с удовольствием, потому что я не люблю такие вот тональные средства наносить с утра, тем более летом. Это вообще, это вот просто как такая водичка, очень тонкая, очень такая невесомая, нанес. Вроде и есть макияж, а вроде и нет. И вот это мне очень нравится. На этом все. С вами была Аленка Блок. Я надеюсь, вам понравилось. Пишите, пишите вопросы, задавайте, если там по уходу какой-то вопрос по парфюмам. Всем отвечу. Спасибо большое. Всем пока. Чао-чао. Пока.